Встреча с фильмом «Практикумом капель розового цвета» наполнила сердце ликующей радостью, потому что столько динамики, столько чувств замечательных, такие красивые участники практикума, такая чудесная музыка, такие слаженные движения. Захотелось на самом деле присоединиться и все вот это освоить. И во время просмотра прямо вот участвовали сразу же. Хотелось подхватить все это. И то, что игра с капелью, с этой игрушкой такой мягкой, нежной, тоже очень понравилось. И хочется тоже в этой игре поучаствовать непременно с друзьями, с родными. И, конечно же, сам цвет вот этой капели розового цвета напомнила встречу с красавицей, с волшебницей весной, с альбомом раскраской. Вот как-то в сердце соединилось сразу все. И от этого очень тепло и радостно. И хочется встречаться и проживать этот практикум в любое время года. Здорово!